эта площадь стала местом проявления солидарности с народом Крыма. Не каждый пришел по своей воле. Поддержат отдыхающими из России. Собрать самое ценное и быстро сделать ноги. Новая страшилка в виде электронных торгов. Смешно, честное слово. Иск есть, а претензий нет. Возглавить «Спартак» – его мечта, цель, которую он идет через «Арсенал». Время еще не пришло, а значит, Оленичев по-прежнему с нами.